Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Татьяна, и сегодня мы находимся в Дохе. А Доха – это столица Катара, ну и, пожалуй, единственный город в этой стране. Катар очень богатая, но маленькая страна. За мной находится деловой центр города. Доха активно строится в последние годы. Особенно очень много строится зданий к чемпионату мира, который пройдет здесь через 4 года. Конечно, сложно представить, каким образом он здесь будет проходить, потому что алкоголь в Дохе под запретом строгим. Ну что ж, посмотрим, как местное правительство справится с этой проблемой и организует все-таки чемпионат. Давайте я вам расскажу немного фактов о Дохе. Но первый факт, который также будет интересен нашим зрителям, это то, что всего 20% населения Катара – местные жители. Остальное – это все приезжие мигранты, которые трудятся здесь на многочисленных стройках, в такси и так далее. В основном это индусы, пакистанцы, Бангладеш, то есть, и филиппинцы. Очень странно ходить по городам Дохи, потому что очень редко можно встретить женщину. Фактически, то есть за все время это были единичные случаи, когда я встретила женщин на улице. В основном это мужчины, в основном это индусы. Даже фильмы в местных кинотеатрах проходят здесь на хинди, из-за того, что граждане Индии действительно занимают большой процент жителей данной страны. Одно из немногих развлечений в Дохе – это катание на лодках, на древних лодках по Персидскому заливу. Как мы видим, работают, конечно же, иммигранты из Бангладеша, Пакистана, Индии. Сейчас рабочий день, поэтому клиентов у них немного. Can I ask you a few questions for the video? It's just our video. Hello. Hi. What is your name? My name is Rahul. Where are you from? I'm from Bangladesh. So how long do you already in Doha? I'm almost 3 years. 2 years? Three. 3 years? Yes. Do you like to be here? Yes, obviously. Why do you come here? Why do you came here? There's more than opportunity I have from Bangladesh. That's why. And I have to income for my family. There have no job. Obviously Bangladesh is a poor country. That's why we here. Okay. We have to earn and send for my father, mother. So you want to stay here longer? Yes, almost 30 years. 30 years? Yes. Okay. So thank you very much. Have a good day. Thank you.